Издательство Penguin Random House анонсировало, что герцогиня Сассекская дебютирует в издательстве с новой детской книгой «Скамейка», которая опубликуется 8 июля 2022 года. Основанная на стихотворении, которое Маркл написала для своего супруга принца Гарри после рождения их сына Арчи, книга «Скамейка» будет проиллюстрирована лауреатом премии Калдекот художником Кристианом Робинсоном, который также работал с мастерской улицы Сезам и студией Pixar. На обложке книги изображена скамейка под деревом, а рядом куры. В пресс-релизе Меган описывается как мать, жена, феминистка и активистка, которая в настоящее время проживает в своем родном штате Калифорния со своей семьей, двумя собаками и растущей стаей цыплят. В мартовском интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри рассказали, что у них есть курятник под названием Чик-Ин. Это любимое место отдыха их сына Арчи. На внутренней иллюстрации книги изображен отец в военной форме, тепло приветствующий своего сына. Напомним, что Гарри, военный ветеран, служил капитаном в британской армии. На другой иллюстрации изображен отец, сидящий с сыном под деревом, с надписью «Здесь ты будешь отдыхать. Посмотри, как растет наш мальчик». Меган не первая королевская особа, выпустившая детскую книгу. В 1980 году принц Чарльз опубликовал книгу «Старик из Лохнагара», в которой рассказывалась история старика, живущего в пещере в скалах, окружающих королевское поместье Балморал в Шотландии, где королева проводит свой летний отпуск. Продажи от этой книги пошли на благотворительность королевского фонда The Princess Trust. Сара Фергюсон также написала популярную детскую серию о маленьком вертолетике Баджи. Позже по ней было снято анимационное телешоу. Как известно, Меган давняя любительница книг и даже говорила о милой традиции передавать любовь к чтению своим детям. Благотворительность играла огромную роль в отношениях Гарри и Меган, как во время того, когда они были членами британской королевской семьи, так и после того, как они объявили о своем решении отойти от дел в январе 2020 года. Эта книга последняя в череде проектов, за которые пара взялась после официального ухода из королевской семьи. В прошлом году они объявили о заключении многолетнего соглашения с Netflix на производство оригинального контента, включая документальные и художественные фильмы. Их первым проектом станет документальный фильм «Игры Invictus» – международное спортивное мероприятие для раненых и ветеранов, которое основал принц Гарри. Гарри организовал первые в истории Invictus Games в 2014 году, за два года до того, как он и выпускница Сьюз встретились с целью собрать деньги для поддержки ветеранов, а также дать им возможность принять участие в различных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле.